7 детей застрелены прямо за партами. Страшная трагедия, Казань. 6 школьников прямо сейчас в реанимации без сознания. Всего 2 недели назад террорист получил лицензию на владение оружием. То есть террорист успешно прошел психиатрическую экспертизу, не вызвав никаких подозрений у врача. Посмотрите. Бился боком, просто осознал я это, не сразу, месяца 2 назад я это осознал, а летом у меня начал пробуждаться монстр, я всех начал ненавидеть, конкретно, я всегда всех ненавидел, я еще больше начал ненавидеть. На этих кадрах террорист Ильнас Галевиев дает первые показания. В камере со связанными руками он ведет себя как животное. Извивается, кричит и бьется в истерике. Говорит, что почувствовал себя богом. Да, осознал, что я бог. Может, кто-то тебе сказал об этом? Нет, никто не говорил. Сам осознал. Я впервые это сказал своей маме. У меня мамы нет, я ее на Илью просто называю. Она мне не мать. Ведет себя как душевно больной. Имитирует или нет, до сих пор неизвестно. Галевиев кричит, что отказался от матери и отца, что ненавидит людей. У меня нет родителей, нету ни матери. Я вас всех